Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta, ремонт заднего крыла. Итак, разбираю. Итак, задняя часть машины разобрана. Теперь попытаюсь немного вытолкнуть крыло. Почистил от краски поврежденное место и теперь буду вытягивать. Как вы поняли, для ремонта крыла буду использовать споттер. На этом этапе ремонта примеряю задний фонарь, и вот этот кантик больше я не могу вытянуть, он начинает рваться. Разрежу его, отравняю и затем опять сварю. We'll be right back.
При помощи черной краски делаю проверку на наличие неровностей и затем устраняю их. На этом моя работа закончена. Покрою голый металл грунтом и установлю фонарь и бампер. Итак, на сегодня, пожалуй, все. На всю эту работу ушло 10 часов. С вами был Артур. Подписывайтесь на новые видео. Пока!